Привет, Света. Рад сообщить, что наконец-то ко мне пришли остальные комплектующие для сборки шоссика из Китая. В основном это все карбоновое, карбоновые колеса, карбоновая рама. Вот, так что предлагаю сейчас это все осмотреть, полюбоваться, что из чем себя представляет. В дальнейшем, естественно, это все соберу, отыщем, но, наверное, это будет в другом ролике, потому что сейчас немножко для меня затратно. Не так много свободного времени. Так что, думаю, давайте начнем потихонечку. Так, это обувь. И, пожалуй, я не буду сейчас рассматривать, отложим ее подальше, так как, думаю, сниму ее просто отдельным роликом, так как не касается самого конструкции высоты. Так, у нас мне пришел такой карбоновый руль. Здесь еще упакован, даже не скрывал. Сейчас будем смотреть, что он себя так как бы представляет. Упакован, конечно, очень знатно. Обошелся мне порядком 4600. Но когда я его покупал, точнее уже заказал, я немного ошибся здесь. Вообще, неожиданно нельзя обнаружить, что я немножко ошибся с аксессуарами для данного руля, потому что есть просто для гармина крепления, а есть для гармина крепления и снизу для крепления велосипедного фонарика. Вот. И я думал перезаказать, но не получилось, чтобы договориться аккуратно. В итоге он мне его все-таки отправил. Я вот теперь буду снимать. Вам рекомендую чуть-чуть переплатить, а это порядком 1000 рублей, и взять, ну если потом понравится, взять такой руль с аксессуарами для возможности фонарика. Это намного удобнее, потому что руль аэро у меня здесь получается, и он не круглый. И крепить его фонарик сверху, думаю, будет проблематично. Но это мы еще посмотрим, потому что, пока с этим уже испытаний не было. Но фактически, для начального представления о нем, говорит, что это будет все сложно и неудобно. Упаковали его, конечно, хорошо. Да, я слух. Руль 420, по шее должен быть. Я на всякий случай измерил, это может быть какие-то цифры свои, что не то. Но сейчас у меня рулетки, к сожалению, нету. Ну так руль 420. То есть по плечам, если смотреть, будет нормально. Думаю, будет неплохо. Да, вроде бы. Претензий у меня к нему сейчас явных нету. Исполнен довольно неплохо. Дробы не самые большие. В принципе, не нужно вообще аэрохват вот эту шубу взялся. Оно, в принципе, не всегда цыгашки просто брали. И получилось. Так, ну да, здесь хорошо. Вот крепление под дополнительные аксессуары. Аксессуаров у нас. Планочка под гармин. С другой стороны ничего нет, а вот тут дополнительных здесь есть. Я еще думал, может быть, как-то рассверлиться, не знаю, болты вкрутить. На колхозе, короче говоря. И здесь у нас есть крышка для выноса. Также несколько проставочных колец разной толщины. Что, в принципе, мне очень не нужно. Они просто из хорошего пластика. Я думаю, это будет хорошо. О, даже болт положили. Какая-то сталюга, походу, простая. Какая-то простая сталюга, и, наверное, уже
Рулю также куплена обмотка руля, то есть если нужно без обмотки куда деться. Вестбайкинг, черная там с полосочками типа звездочек, что-то такое должно получиться. Не знаю, что она себе представляет, сейчас даже вскрывать не хочется. Тактильное ощущение. По тактильному ощущению буду опираться, то есть когда уже будет собрано, тогда можно будет на нее нормально посмотреть. Да. Так. Давайте осмотрим колесики. Колесики нужны, то есть как бы брендовки там какой-то существенно нет. Но они на втулках Novatec 522 и, если не ошибаюсь, 511 сейчас откроем, посмотрим. Колеса таким, обода точнее, от колес таким эффектом мрамора. Мне это прикольнуло. Они рассчитаны под диск, клещи. Специально смотрел под клещи, потому что диски, к сожалению, для меня дорого. И мне нравится на этих колесах то, что спицы, они действительно аэро. У меня, допустим, тоже были китайские карбоновые колеса под дисковый тормоз. И там спицы абсолютно не такие. То есть там они были потоньше, и как бы назвать их аэро, их не аэро можно было назвать, а просто квадратные спицы. Круглые квадратные спицы, а здесь прямая аэроспица. И мне кажется, это уже будет значительно влиять на боковой ветер. Но это посмотрим на ходах. Пара колес должна выйти в 400 килограмм. Блин, забыл 200 взять. Я, в общем, взвешу отдельно и, наверное, покажу на экране цифры, сколько пара у меня в итоге уходит. И переднее колесо. В принципе, аналогично. Здесь 20 спиц, если не ошибаюсь. Там 24, походу. Да, здесь 20 спиц, а там 24. 3, 6. Да, здесь 20 спиц. Ну, годная штука. Мне кажется, будет очень годная штука. Все, конечно, покажет на ходовых характеристиках. Сейчас. Это все чисто так. Да. Купил себе также тормоза Сабика. Ничего значительного. То есть ничего такого сверхъестественного, можно сказать. Обычные Шимана 105. Не могу сказать, оригинал или не оригинал, но исполнены достаточно хорошо. То есть у меня к ним никаких явных претензий нет. То есть вроде бы проблем нет. В комплекте колодки под обычные алюминиевые тормоза. А к этим колесам идут, кстати, другие колодки, под карбоновые колеса. И сейчас я их покажу. То есть, тут пару спиц мне, три спицы докинули, два комплекта колодок под карбоновые колеса. Два почему мне положили, потому что они накосячили с периодом отправки этих карбоновых колес. В итоге прессинг предложил дополнительные два квик-релиза и колоды, тормозные колодки. Я сказал, мне квик-релиз нафиг не нужен, я не знаю, как его делать. А вот колодочки пригодятся. В итоге вот они есть. Так что могу как минимум год не заморачиваться насчет тормозных колодок. Так, в этой коробке у нас больше ничего нету. А здесь у нас рамок. Да. Ну что ж, сейчас открою угол, чтобы было нормально это снимать, и будем. Так, нам приступим к вскрытию. Там, по идее, должны быть подшипники под рулевую, зажим, и якорь под карбоновый. По идее, все. Сейчас посмотрим, что у нас получается. Что меня отправили. Thank you.
Так, ну это посидел, короче, походим. Если кто-то был на Алике, наверняка видел такие рамы с такими значениями, если ты их смотрел. Ты же догадался, что за бренд. Чуть более простым способом делаются. Здесь как-то выглядит даже понадежнее. Добавим. Посфоткаем, что у нас там есть вообще. Нет. Так, ну, внутри рамы карбон, ой, то есть внутри штока карбон хороший. Дна не видно, к сожалению, слишком далеко, но когда подойдешь, то может быть какое-то и видно. Но в общем, вилка исполнена замечательно. Это хорошо, это уже хорошо. Так, давайте посмотрим, что у нас дальше. Дальше подсидел. Подсидела будет в раме стоять. Ну как всегда. Но что-то новое купишь, сразу опыт захочешь. Ну или пытаешься захочешь. Так, подсидел. С офсетом небольшим. Небольшим вот офсетиком. Неплохо так. Толщина стенок. Вроде ровная. Часть подсидела, сделана тоже хорошо. Он кажется не увесистым, но это вот из алюминия верхней части, она прям, прям массивная. То есть у меня вот для МТБшки были, там, конечно, верхняя часть не такая суровая. Ладно, карбоновый подсидел тоже сделано хорошо. Это замечательно. Это очень замечательно. Теперь осталось рама. А, так, да, закрываем. Ну, давайте фурнитуру чуть потом глянем. Так, это главное лишнее готовится. Это уже будет вообще печать, да. Распорка для рамы есть. То есть если что, при транспортировке перья задние никто не сложит. Это потрясно. Это очень потрясно.
дайте позаботить. И кто упаковал, шарит, что это правильно. Вот это неправильно. Вот это они мне, блядь, запороли. Пиздец. Это просто скрандец. Оставить держатель переклюка на месте. Как так можно? Ну вот как? Как? Господи. Китайцы, ну, блядь, ну, сделали перепонку, но она вот, она ебанула. Да, она ебанула, оказывается. Хоть она тут писана, ебанула. Это просто шлиндец. Блядь, сука. Пардон, что матерюсь. Блин, обидно. Я думал, что я завтра соберу. Ну, что здесь? Что я соберу? Что здесь? Что я соберу? Что здесь? Перебивку можно делать? Нихуя. Опа, его пиздец. Ты можешь просто убрать. Кондюк. Рама Чиполлини NK1K. Размер L. С виду все довольно хорошо. Не считая заднего держателя переключателя. Мать твою. Нахрена? Нахрена его нужно было здесь оставлять? Фурнитуре не требуется. Дополнительно. Я думаю, нет. Хрена ли это будет. Да, это кольцет. Сейчас вливаем. Зажим под кольцет. Держатель и зажим для кольцетера. Это пиздец. Это полный пиздец. Это ж не фартануло, ребят. Определенно не фартануло. Ладно, давай пока посмотрим, что тут вообще по карбонию. По карбонию тут все довольно хорошо, но видна стружка. Эндоскопа нету. Ну, здесь, что я вижу, довольно-таки неплохо. Рывой стакан. Усиление, типа, как-то вяло приклеено. Эти. Я карбоновых рулевых немного видел. Мне кажется, какие-то они не активились. То есть исполнено нормально, но надежность, прочность, мне кажется, скрывает от сомнения. Но это выявит только эксплуатация, которая, оказывается, будет не скоро. Так, если я сфоткаю, покажу. Вот так вот и выглядит рулевая. Рама мне нравится, все забавно. Сверху немножко, блин, надо было так неаккуратно. Главное, сверху палево.
косяк там. Попытку установки карбона подсидела, что ли? Не знаю, что. Ну, в общих чертах нормально. Подсидела бы какой-то косяк. И с держателем за ним переключили. Так, ну это основные детали. Все, в принципе, больше ничего нет. Дальше только решение вопроса по переклюку, ну, подержать и переключать. И сборка его. И сборка. Потому что все равно. Собрать-то я его соберу. Ладно, ребят, всем удачи. Пока. Ожидайте сборки велосипеда, тестов. Расскажу, что как по данному и.